Сходили сегодня с детьми опять в Алди, скупились на 42 евро. 43 евро проезд на двух взрослых до Дортмунда и 42 евро вот столько еды. Так, для сравнения. Значит, купили туалетную бумагу, шампунька и гель для душа. Будем купаться. Это у нас пленка пищевая, фольга. Это пакеты для биомусора. 10 штук, 55 центов. Помню, как сейчас. Это вот столько носовых платочков. Я думаю, здесь годовой запас. Это точно. 30 штук. 30 упаковок по 10 штучек. И две такие салфетки. Кирюха выбрал эту, а я эту. И просто пакетики с завязочкой. 120 штук. Вот это из химии, из фруктов. Мы купили малинку. Очень сладкая, оказалась очень вкусная. Кирюша кушал с удовольствием. Вот. Финики. Ой, финики, боже мой. Инжир. Почему финики? Потому что финики. Это Стасику. Он такой любит. Бананы. Это био-бананы. А это обыкновенные бананы. Ну, так как у нас два бананоеда в семье. И вроде как у нас Аня тоже бананоед будет третий. Поэтому у нас много бананов. Груши. Сладющие, вкусные, сочные груши. Очень вкусные. Редис. Стасику очень нравится, говорит, ничем не хуже нашей украинской редиски, даже может и получше, потому как плохой вид. Это микс-салат, салатный микс из всяких разновидностей салата, Стасику или такой. Это у нас цукини, 4 помидорки. Кирюша затребовал морковку. Вот, опять же, вот такие вот гигантские огурчики. 55 центов каждый. Опять же, Кирилл увидел детскую колбаску и сказал, что он будет ее кушать. Но я сомневаюсь, что он будет ее кушать. Ну, кто его знает. Если что, доест папа. Папа все равно хотел колбаску на бутербродике. Вот. Из молочки. А, из полуфабрикатов мы взяли вот такие фрикадельки. Кстати, полуфабрикаты здесь очень хорошие. Вот. Очень достойные, очень вкусные. Пахнут очень вкусно. Вот, и пацанам нравится. А мне кайф готовить не надо. Опять же, драники, те уже съели. Вот, я думаю, еще неделька, и им все-таки захочется супа. А, из несъедобного купила себе вот такие вот гольфы, потому как тапок я еще себе не купила, не нашла. Вот, ну, буду пока в гольфах ноги греть. Потому как еще до четверга 32-33 градуса, а потом сразу дожди и 18-20 градусов. Кирилл затребовал клей. Что-то там ребенок плачет, надо быстрее. Кукурузная каша, рис, картошка. Написано фри, но вообще она без масла. Так, снимаем быстро. Кирюше два сока, нам водичка. Это папе по распродаже сыр камамбер, бри и кройтер, или крейтер, краутер, наверное, кройтер, извините, мой французский. Биомасло, написано, что сделано из биомолока. Кирилл выбрал себе йогурт. Я не знаю, он, конечно, пробует йогурт, а потом их не ест. Я все еще в поиске достойной замены сметаны. Это мне не понравилось. Но стал говорить, что я, наверное, отвыкла просто от вкуса настоящей сметаны. Вот. И якобы это похоже на сметану. Но я попробую еще вот эту. Свежее молоко, опять же, био.
И мы брали такую черешневую, оказалось, что это типа сырковой пасты с черешенкой. Ну, вот Кирюше не понравилось черешни, я взяла с клубникой, я думаю, с клубникой ей понравится. Ну, в общем, вот этот вот весь запасик на 42 евро. Не знаю, много или мало, в конце месяца подобьем итоги. Забыла, что мы еще купили клубничку. Вот такая вкусная. Как же здесь пахнет клубника? Это же просто нечто. Она пахнет настоящей клубникой. У нас клубника так не пахнет. Ну, разве что бабушки Вали на огороде, когда мы рвали клубнику, она так пахла. Вот. А так, это очень вкусная и очень пахучая клубника.